Можно на замену прыгнуть некромантке, то скоро да, уезжать. Мне сейчас собираться пойду потиху. Да, кому надо. Спасибо большое. Сейчас все, мы, ребятки. Мы почистим эту контроль сейчас. Что, у нас есть время десятку герда принести? Да, я буду сегодня. Ой, я мне это... дали звание сияния рассвета. А вы что, не проносили вчера, я видел, собирались? Не, мы не смогли, там пати хуёвая была. Хил хуёвый. Синтек АФК был, за пивом шёл. Хуёвый. Не, ну там как бы это... Да, там влажный кека старался, типа, но Шектор вообще не вывозил. Синдру не убили, типа? Синдру не убили или что? Да никого мы не убили. Мы подсосали плотного бэбрика. Это самое... Давай сейчас это мобов маленьких ебанем здесь. Ну вот, в принципе, синтек. Вот ты тебе... в историю гильдии не забудь записать скриншотом. Да, ебать. Как запишем? Первое убийство лича. Сейчас я тоже скрины покидаю. Просто напиши, задушили холодного. Да, первое героическое убийство лича. Игра в поддавки запиши. Он же поддался. А болтара этих же убьем тоже? Я думаю, он просто заебался с этими комнатами, хуёмнатами. Просто встал, блядь, типа, добейте меня. Да, да, он реально заебался, нахуй. Капец, вы так на меня много приходили, ну-ка. А чё, я отвернусь. Чё, я Весту не давал 6000? Не помню. Отойду на минуту, био. А это скриншот ты куда-нибудь скинешь или чё? Я не скринил, я только видео снимал. А никто не скринил. Сейчас я скину, за мне 3 скриншота есть. Пойдет. Только не выкладывай этот видос. Да хули, блядь, похуй вообще. Учтитесь, я в прошлом году. По сути, баг это, ну, как бы, сирусовская штука. Ну и не только. Это фича. А потом они, короче, откатят нам, блядь, весь шмот. Да хуя ничего откатят, которого я просто... нету, там нихуя не упало. Этот видос просто будет с закрытым доступом, и все, и пусть они хуй сосут. Я думаю, хотя бы даггер упадет, хоть кто-нибудь у нас будет уносить его. Это... Просто такой мусор. Давайте шкаф, кого там в пати кинуть? Кто... Кинул скриншоты. Кто идет с это снизу, с этой замены, так, важного нету. Геншин, ты идешь побить? Я пойду. Геншин. Геншин, да, идешь? Да, пойдем, пошли по дамажам. Эту хуйню. О, я еще дамажик, а мы в гере хоть? Мы вообще в гере, блин? Мы в гере. Да. Все. Я в тильте нахуй, ебаный интернет. Все, короче, значит, завтра, послезавтра у нас РСК. На РСК смотрите как. Я думаю, десяток собрать, штучки две сходу. И чтобы ее закрыли люди. Ну так, в плане тренировки. Днем ты хочешь или как? Это именно на РТ. Чтобы быстренько закрыть. Я пойду. Ну там быстро, да. Ну мы одну уже закрывали, я, по-моему, друидом был. Да, там хуйня. Ну, я не закрывал, я пойду. Ну, кто не был, у меня персов так-то хватает, я и ДКшником могу танчить. Короче, завтра разберемся. У всех, кто там из той десятки гир было, у всех время хватает? И ну, ДМ, там, синтек. Я не знаю, я буду, сейчас мы этих трех боссов убьем. И я буду, потому что у меня завтра, ну, два выходных. Причем? Да не про это, про СЛК 10 гер. Ну хуя себе выходные последние недели. Блять, ну... Все, теперь я все... Я уже послушал приятных слов, так что... У меня завтра практика первая. И скажи им там нахуй, на этой практике, блять, тут у меня, скажи, дела посерьезнее нахуй. Тут у меня, блять, лишь... Не, нихуя, мне надо будет прийти в форме, блять, красивой, а рабочей. Какая форма, блять? Вот, блять, мы работаем. Будем, блядь, оборудование таскать из, блядь, из одного помещения в другое. Форма таджика. Нет, пусть... нормально форма, блин, рабочая. Надо будет еще Джайну пощупать. Ну, костюм тройка, наверное, как. Да, Джайну... Брусика самая то, да? Джайну, да, там. У меня костюмов механика, пацаны. Ну, Джайну пощупаем. Смотрите, нам что надо? Нам вот этот вот результат, да, ну, два дня, и что у нас, ну, падает лич, вся вот эта хуйня. Нам надо поддерживать. Потом, это... Я вот не знаю, что Джайну вперед тратить или Халика, но Халика, скорее всего, попрофить не на Халиона, конечно, там вещей очень много интересных. Да, там тринки, тайне. Да, ну, Джайна тоже заебись, ну, в плане, чтобы посох кому-то собирать, быстренько сделать. Да, мы там порталы будем месяц закрывать. Бля, запы пиздатый. Запы 284. А вы в РСК Гер тоже консул? Не, почему? Да, блядь, два консула, нахуй.
Консул у меня только в этом... Ой, так смотрю, бля, себе это забираю, короче. Консул в ТТГ на чарке. Ну, там просто уже смотрим, там так договариваемся, кому что надо. Бывают, конечно, нюансы, когда там людям обидно. Там... Захотелось. Да, вот Синтеку там, допустим, на Мишку хочется, а тут я такой вылез. Синтек, нахуй. Не, ну Синтеку-то ну, похуй, в принципе. И, имей в виду... У меня уже все есть, мне обидно, что оттуда вот это... Не, я... Ну скажи, обидно тебе? Мне? Мне да. Обидно за то, что отдали павловскую шмотку, блядь, какому-то ДК ебану. Вот, вот это мне обидно, блядь. Вот это, сука, обидно. Ну, запай, ну, нет, не обидно. Я, кстати, вчера в ВВК с пугами пошел, там подушечка была. Ну, ее кикнули после первого пула сразу. Она, короче, не хилила нихуя на нее. Там гримдарки собирали, типа, она пугом была. А на нее РЛ, но он даже не кричал на нее, он просто сказал, типа, что ты не хилишь, типа... Можно начистить за замену, я вон выходил, но я на стриме у бигдема был. Да, начало там, блядь, это самое главное, напоминать, не забывайте, а то я же в игре. Как говорится, хроманку для скиллованных, кнопку на нем не умеет хилить. Это вам не полотенце. С великой победой арбишный какой-нибудь. Да, у нас все шаманы какие-то бичи. Не, ну все, я скажу шаманы. Так, синий цвет, цвет пива. Ага, блядь. В смысле, ну, синий цвет, цвет пива? Типа ДД, так что в принципе. Типа оправдан. Синяк. Синячный. Нет, нет. Пиво это не обязательно синячный. Синячий. Вот, признано, не, ну, правда. Посмотрим на Синтека. Нормальный пиво сейчас дорого стоит, блядь. Чё, блядь, я сейчас прослушал. Делать видос нет, блядь. Видос я сделать. Пью, короче, бар. Блин, термокросс меня тянул, на пуре. 512. Пошли, раз мы у Савианы, потом техмобов добьем. Пошли Савиану ёбнем. Это, покидайте инера по хилам. Закидайте, а кто топа есть у тебя снять яд? Этот антистезирующий у вас есть? А засаманить там. Как это... он там называется? И будете шкаф с умнем. Анестезирующий. А настекаешь есть? Давайте с умнем, блять, дамаг нам. Где там? Есть кто? Шкаф какой-нибудь? А, все шкафы ФК, я понял, блять. Мифик, некромантика, вы тут? А, в пизду, летите сами нахуй. Короче, блять, в пизду вас. Пошли хуярить. Блять, чё, не убьем что ли его? Да, нахуй надо. Пошли хуярим. Вот, значит, Джайна. Давай, вот смотри. Вот мы план выполнили, допустим, 2 дня, да? Научимся убивать Реску, там, по сути, делать нехуй. И, допустим, ну, пусть это вторник, да, и... Резко, по сути, она полчаса убивается. То есть вот эта вся хуйня, трэш, это все полчаса. Ну и босс с первого трая, полчаса. Но он реально сложный. То есть там надо пиздец собираться. На Личе Берса 17, на Халионе 8 минут. Там и очень плотное сражение, там, блядь, эти метки. И все это надо быстро делать. И дамаг большой, блядь, напряг большой на танков, на хилов идет. Ну и ДД тоже должны быть, ну, бисовые, одетые хорошо. Вот. Да, по сути, он фармится как параша, ну хуйня вообще изи. Только надо все четко понимать, что там делать. На пол там нужен на маленьких големов танки. У нас, в принципе, все есть. Нам на метке какой-то массив. Из-под ебала выбегайте. На Джайну еще знаете, что надо? Почему Джайну мы сразу не сможем? Надо на Джайну саппороты готовить на танков. Надо, чтобы у них... И много РДДшников. РДДшники, да, вот, ну, посильнее должны быть. Все прям должны дохуя давать, прям, ну, блядь, чтобы 20-ка минималка была. Вот. А милики все, блядь, на замене сидят. Это, Бидон, ты где? Так, Синтек, пока тебя кину сюда, к хилам. Три танка надо. Танки там жирные. Самая хуйня, да, вот танк должен быть экипирован охуенно. Так что это еще какое-то время надо пофармить. Плеча поубивать.
Ну и так, слышишь, он прогресс уже 12 из 13 и за 2 дня закрыли, ёпта. Угу. Я могу потанчить. Этот... Спекнуться в танк, нет, у меня нет. Пару полиролей ты есть. Накурился, этот самый. Да ты... хули я там не нахилил. Ты хил, блядь, ну, мне надо, чтобы ты похуй. Хил. У меня он танк есть. Ну, он нам тоже похуй. Значит, этот, давай, кто там? Хулидринк или Рарник, кто соспекнется? Трэш, после трэш. А, давай, короче, на туре, я про трэш забыл. Давай трэш пока ебанем. Так, я эту толпу подержу, ты выводи есть. Этих пидоров по одному. Командира отдай. Пробудителей выводи. Вот. Еще один на мне пробудитель. Ладно, похуй, пускай он тут будет, я ему стан просто дам. Я думаю, быстрее, чем мы Джайна убьем, хотя, кто знает. Yeah. Мне кажется, Холеона быстрее убьем, скорее всего. Мне кажется, ОКЗС выпустят скоро. Ну, на Холеоне мне очень интересно посмотреть. Месяц еще. Месяц? После Нового года? Конец этого пропуска боевого. Ну, в принципе, вполне реально за 4 КД закрыть и Джайну, и Холеона. Только это только надо траить прям, ну вот как мы сейчас закрыли, нам надо прогресс сохранить. В плане того, что вот 2 дня у нас целка, ну лич закрытый, то есть убитый. И все, у нас остается 2 дня на джайн. Вот, но туда надо приходить. Туда надо приходить. Траить, хуярить, туда надо собираться очень четко. Надо сидеть, тактику зубрить. Да, там по сути не сложно, там часа 4 повайпаешься, ну одну неделю повайпаешься, не убьешь. На вторую надо неделю вообще уже... посмотреть желательно сначала. Да, ну да, как я бью. Да, видосы есть. Ну закиньте его в путилку. Да, своему сложный тимер. Мне кажется, все стерли созвание в Синие Рассветы. У меня Синие Рассветы. А у меня уже был. Хурюк, ты такой крутой! Хурюк, хрюк, хрюк! Вон, смотрите, смотрите сейчас на Хулидринка. Кстати, вы знали, что у Хурюка уже 2 месяца Сияние Рассвет? И что, блять? Ой, да, набросьте. Это... Ебаный фрик. Ну чем ты фрикнул, слышишь? Ладно. Кто там ладно. С шестой пати заебался сидеть просто так? Давайте, у нас тут вон ушли, там, Рвис. Хукмастер тут ходит. Так, давай, Трул Д. Авиланя. Ставьте. Тебе ставился? А чё, мы не убьем что ли? Ну сумунем, ну чтоб дамаг был еще побольше. Некромантика АФК. Некромантика АФК. Султан. Глянь, он какой сияющий. Давай, это, глуки к ним, Авиланию сюда сумунем. Сумуньте. Авиланию. Авилания тут? Подходи. Тра-та-та-та-дам. А у КЗС интересная хуйня тоже. Сумунули его, нет? Вон он вроде тут. Так, я, короче, первую копию поведу. Авилаша вторую забираешь. И кто там с вас? Хулидринк третью. А, не, этот. Веди Авилаша. Ты этот самый. Иди сюда, веди ты босса. Ты, короче, Хулидринк вторую, а я третью заберу уж последнюю. Я вообще не буду напрягаться. Все, проверка. Так, пэс. Запускай Вилаш. Главное не отхилить. А главное рейдж набирайте. На Хэлла бежит. Рейндж, наберите, не стойте в толпе, сейчас он захилится.
Точнее, это накопит стаки на себе. Вот уже 40 сходу просто. 80. 80. 99. Был какой-то сервер, на котором эти стаки до 1000, ну, до много тысяч апались. И тогда он просто шотал. Везет, что 99 это, ну, не шотающаяся хуйня. Процентов там увеличение дохуя. Так, готов сейчас хулидринг. С правого плеча босса появится. Копия. Тупо разъебали. Вот он ведет, отходите оттуда. Из-под ебала выйдите. Куда? Ну не, блядь. Выйдите, отбегите от него, блядь. Как-то оббегите эту копию, блядь. Только не стойте под ебалом, самое главное. Вот основной босс, вот, вот этот вот черепок, на нем это появится еще копия. Я тут на коне недалеко. Я поведу назад, милики, туда. А, и готовь сейчас Шектор массакру перед этим, перед станом. Сейчас 38, на 33 будет разделение, готовься. 36, Вилаша готовь незыбку тоже. 35, 34. Давайте, незыбку массакру. Так, все, копию заберу. Все нормально, я ее сюда назад чуть уведу. Все, убейте. Отошел. Не уроните, главное, двух танков этих. Нихуя себе. Ревностный сработал. Хильте хулидринка. Прожимки отдавай все. Отдал. Хулидринка хорошенько хильте зубы там давай, всю хуйню. Если копия не выросла, то нормально. Маленькая. Он на ком вырос, от того больше хит. Дубовый отдал. Лям добивать. Так. Я на боссе, значит, там справа, слева. Заходите, кто сдох. Можно для прикола пульнуть, сколько он бьет-то, хоть интересно. Сейчас пульнем, наверное, для прикола Халика. На нем попыток же нету. Я справа. Подбегайте сюда. Этот, Шектор. Только не с пульти. Че по приколу пульнем мы убьем. Хм. Ага. Ага. Ну просто интересно посмотреть. Будет Джора сдох тоже в метеоре. Ебанутый босс нахуй. Что клык не выпал. Угу. Чуёво. Топовая триня. Так, 5 стаков прорубания. Любого я отдаю, короче. Так, ну, езжайте на ту сторону, пульнем разок. Короче, тактика очень простая. Так, скорее всего, хулидринг будешь на трэше, раз ты в танке. Значит, Вилаша... На мелком? Да, да, на мелком. И Вилаша, значит... блять, а мне... Нет, Вилаша, надо танчить. Вилаша, ну тебе свет, тебе, значит, и босса, и большого надо танчить одновременно. Надеюсь, у тебя ренджа вкачана на этом. Короче, понял, да?
Напуливать. Значит, с пула на пул не даете. Или даете, блядь, откатывается? Да, так, первый метеор через 20 секунд. Вроде как откатывается. С пула на пул, ну чтобы он типа висел перед тем, как танк побежит на босса. На пул на этого, на Эвилашу. Ну, чтобы не было срывов там, агру всяких. И потом следующий на пул ваш только уже по метеорам идет. Метеоры, значит, топа съезжу. Значит, напуливайте на Холи Дринка. Это танк маленького трэша. 10 маленьких мобов. Имейте в виду, напуливать надо, ну... Вы сами нюансы понимаете, да, всей этой хуйни? То есть, чтобы не через босса вот дамаг шел там. То есть, топы типа босс, убирайте автоатаку, там всю эту хуйню на пул. Потом маленькие големы идут. Они не должны... Шектор, вот тебе сейчас встать за спиной Холи Дринка. Вот Холи Дринк. Ты должен видеть, где он стоит, и ты должен за его спиной стоять. То есть он должен ловить на... Они будут к тебе идти, потому что ты хилишь танка, они будут все на тебя идти. Вот. Ты будешь, ну, первая по агру цель для маленьких. Маленького голема, значит, ну, ханта нету, значит, придется просто ЛПшками набивать агро и смотреть в Омен внимательно. И его надо бить, этого голема. Его будут бить все РДД. Но бить его надо всем, но по чуть-чуть, по слабенькому. И смотреть в Омен. А Эвилаша ты должен на нем агро набрать. То есть вот ты его спулил, на халяве уже пул агро набран, набираешь на большом големе. Секунд, не знаю, 10 ему даете там ЛПшек, чтобы он 5 там дал туда. Вот, и уже будете бить. Значит, я буду в тьму тогда заходить, попробую. Ну, я сдохну, скорее всего, блядь. Теперь по хилам. Свету будут хилить. Ой, блядь. Шектор и Хэла. А во тьме Призен, Синтека не люблю. Вот. Теперь по диспелу. Диспелит. Первую фазу, ну, любые хилы диспелите. Метки, которые метки доносим до края. А во тьме будет диспелить. Давай, Синтек, ты будешь диспелить во тьме. Имейте в виду, метка, если хил выносит в тьме, это сам. Можно не я. Блять, заебал нахуй. Призен ты тогда. Слышишь, Войт, вопрос такой. На второй фазе Холи Дринку заходить в портал во тьму? Значит, на второй фазе... Нет, тебе не надо. Тебе а зачем, конечно. Не надо. Не заходят, значит, Шектор не заходит. Но этот самый Хэла заходит. Вот, Хэла заходит. Ты потом выйдешь уже на третью. Uh-huh. Шектор не заходит. И не заходит танк света. Это Эвилаша, получается. Все остальные заходят. И Холи Дринк не заходит. Ты в свету оставайся, ну, на подстраховку. Вдруг Эвилашу разъебет, да. Ну, чисто остаешься. Так. Ну, ничего особенного. То есть два метеора упадет, мы перебежим. Ну, задача что? Напулить трэш на Холи Дринка, его залить. Просто уешкой ненавязчиво, блять. И голема большого убить до следующего метеора. То есть, если падает метеор второй, и у нас голем еще живой, это хуево, значит, вы хуево играете в голема. Голема ФРДД хуярит, да? Голема ФРДД хуярит. Вот, то есть, маги, имейте в виду сагро. А просто ДД могут големов, да, забить? Мелких. Мелких, милики. Большого РДД. Значит, большой должен под ебалом босса стоять. У него радиус 15 метров аура, от которой маленькие растут. Если они будут через него бежать, они будут расти. Короче, сейчас все увидите. Заходите за линию. Короче, смотрите, совы, звездопад юзайте, когда где-то процентов 60-70. Мы трай дадим, да, и разойдем. Сейчас посмотрим, кто что как. Все остальное, кроме трэша, как в обычке. Ну и 4 лезвия там, конечно. Где там Эвилаша. Зайдите за линию, кто там? ШПшник. Так, чек на пул. Так, все готовы. Даю отчет для Эвилаша. Никто ничего не делает. Вот он подбежит сейчас. Метки не достал. Да, похую. Все, хуярим. Посмотрим как раз по дамагу. Сразу можно будет сказать, убьем, нет. 87 лям, в принципе, хуйня у него хп, блядь. Выноси метку, быстрее. Возвращающийся за хвостом, перебежали на ту сторону. Диспел сам себя. Вот, дальше доноси. Ладно, похуй, первая метка. Хукмастер, как дела, нахуй? Голема забрал ЛПшками. Мелкие сейчас идут, смотрите, на пул готовим. На пул готовим, я еще помогу подсобрать. Пока я тут. Куда вы напуливаете? А вот эта хуйня, это из-за какого-то отхила идет. Ну, они сейчас вырастут и вайпнут рейд. Вилаша, захват рун, удар смерти нельзя давать. Когда такая хуйня, идут в него мобы, РДДшники дайте туда АУЕ. Ну, быстрее заливаем, получится, нет? Заливаем эту хуйню быстрее. Перебегаем метеор, на ту сторону перебегаем, заливаем быстрее эту хуйню.
Вот теперь насранная лужа твоя тут, нахуй. Уноси в следующий раз ее дальше к стене, блядь. Это залупа, а не лужа, блядь. Маленькие големы смотрим, и Вилаша, не хилься. Вот. Они через тебя когда идут, вот как только они в рейд пришли, уже тогда можешь захват, антимагический панцирь, все, вот теперь лучше. Вот теперь нормально. Теперь на босса проценты смотрим, 80%, и до метеора сколько? Быстрее по боссу. Не, по ДПС не хватает. Дайте со льву пошел фир. 6-5 метеор. Метеор, третий метеор, это вайп. Со льву дайте. Ну, грубо говоря, фокмастер и ДПС не хватает немножко. Фокмастер отлег. Ну вот, метеор третий, это вайп уже. Все, короче, не, это не вписывается. Можно некоторых не садить на трэш. Трэш, видишь, заливается там. Да, ну это да, само собой. Но опять же, фокмастер сдох, как бомж. Ну, Вилаша понял, уже второй раз нормально. Короче, завтра пойдем тратить эту хуйню. Например, смотри, роги напулили, раз на пул закончится, в босса переключаем. Сейчас я посмотрю еще, кто свичился с РДДшников. Ну, эти напуливали, это понятно. Сейчас я посмотрю на РДДшников, блядь. Потому что второй раз сейчас трэш собрали, он быстро вот, упал. Вот 300 тысяч алфир, считай, что не бил. Живое адское пламя, бенстиллер, просто хуй положил. Мне показывает 800 тысяч. Хуй положил на голема. У меня 300 показывает. 800 это живой, живой огонь. Огонь? Это маленькие. Живой огонь? Огонь? РДД... Да тихо нахуй. РДДшники, вам надо бить не живой огонь, а живое адское пламя. Это большой голем, один который. Вот, у Геншина 200 тысяч, тоже хуй положил. А уешил, видать, в мелких. Это, закинуть сюда это, три мутика, они, блядь, все зауешат. Да, ну, это ну, понятно. Надо поярить. Ну, надо. Ну, ладно, пизду. Завтра все это заново будем объяснять. Значит... Ну, типа, точечно больших. Большого убили, сразу босса бьете. Да. Ё-моё, там бой. Синтек. Бой нахуй, давай, потому что синтек чилит в диване нахуй. Все, на сегодня, сил, блядь, на сегодня хватит. Че там, не знаю, 500. Ладно, всем пока. 500 ИП дам. Пока. Хорош. Синтеку? Какому синтеку, блядь? Синтеку 500 ГП может. Все там, это десятка или что? Я пойду чай там налью. Десятка, не десятка. Ну десятку. Чё? Если что, пойду. Если не в игре, ИП же пришло, да? Да. Да.